Садыр Джапаров сегодня поздравил учителей и работников системы образования с профессиональным праздником. Приводим текст поздравления главы государства. Дорогие учителя, дорогие работники системы образования, поздравляю вас с профессиональным праздником, Днем работников образования. Воспитатели детских садов и учителя школ, преподаватели профессиональных и высших учебных заведений, в целом работники образовательных организаций вносят бесценный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения и молодежи. Профессия учителя, требующая большого терпения и трудолюбия, имеет важное значение в становлении и развитии нашего общества. Именно поэтому нелегкий труд преподавателей и работников системы образования заслуживает глубокого уважения. Ваша работа имеет особую роль в привитии традиционных ценностей человечества молодому поколению, информируя их о прошлых достижениях и будущих возможностях. В стенах образовательных организаций наши дети и молодежь осознают себя гражданами на основе изучения истории, родного языка, культуры и традиций своей страны и чувствуют ответственность за единство кыргызского народа. Независимо от национальности и вероисповедания, у кыргызстанцев формируется чувство патриотизма, гражданственности, гордости за свою страну. Сегодня наша молодежь во многих странах мира, благодаря упорству и трудолюбию, достигает больших успехов в науке, бизнесе и других сферах, завоевывает призовые места на международных олимпиадах. Здесь велик труд наших уважаемых педагогов. Я думаю, что развитие сферы образования создаст возможность ответить на вызовы современности, благодаря чему наша страна успешно продолжит путь устойчивого развития. Уважаемые работники образования, еще раз поздравляю вас с профессиональным праздником. Желаю всем крепкого здоровья, успехов в вашей благородной деятельности и благополучной жизни.